он на вкус же невкусный. Ну а что поделать? И БЦА тоже невкусная. Капсулированный. Либо если в порошке, но что вкусно, что делать? Вот я не знаю, что вкусно. Мы не капризничаем. Надо, значит, надо. То есть глутамин. Да. Глутаминовая кислота, как там вы хотите, назовите. Дальше что еще? Л-карнитин. О. Также дополнительная выносливость. Зачем он дополнительная? И ты его прям вот все, вот прям дополнительная выносливость. Я очень много пью. Причем мы пьем, наверное, все-таки там двойных, да, аж тройных дозировок L-карнитина для более такого хорошего эффекта. Да? Может быть, для того, чтобы, так сказать, вкус курицы перебить. Нет? L-карнитин с курицей. У меня не очень. У меня также L-карнитин капсулированный. Также есть, у него есть. Жесткий, а я в капсулах. Мне удобнее так. Ого. Не то, чтобы дополнительно, он не сверху дает. Три позиции это круто. Дальше. Глютамин, БЦА, аминокислоты. Я вот просто представляю себе, сейчас перебиваю тебя. Сидит там Ивета, допустим, или кто составляет вам план питания, блин. И я, так сказать, думаю, Люда уже окончательно меня запутала, что она как ест туда-сюда. Оля пока еще нет. То есть три наименования этих самых. Что еще четвертое-то? Есть пятая, четвертая. Да, добавляем. Но я сказала в самом начале, это уже четыре позиции. Кстати, аминокислота, хорошо. Я помню, что у меня было 5 единиц. А, нет, протеин был. Протеин межсезонье, потом его убираем. Да. Все, больше ничего. Протеин убираете? Витамины. Да. Витамины, комплекс витаминов. А витамины обязательно каждый день? Да, обязательно всегда. Да. Неважно, от сезона, межсезонье, всегда. Ну и аскорбинка. Аскорбинка в каком виде? Порошки, лимона. Без глюкозы. Порошки без глюкозы, обычная, обычная. С водой во время тренировки. А попу нет, не делаете, не практикуете? Профилактики такой нет? Болит, наверное, болючий укол. Судя по тому, что надо нет, полагать. Ответа нет. Нет, не делаете. То есть вот эти 5 наименований основных, и в принципе, это считается нормально и все остальное. А какие-то вот эти энергетики там какие-то, вот ничего такого нет у вас? Нет. Я энергетики не принимаю вообще категорически, сжигатели также не принимаю. У нас только фурфас, когда внешний сезон, причине. Да, наверное, вот когда мы тренируемся. Я даже, не знаю, я очень странно реагирую на энергетики. Только странно, бросаешься на людей. Бросаюсь на людей, начинаю много болтать, прыгать, бегать. Ё-моё. Меня штырит. Но, на самом ты в курсе? Люда чашку кофе выпивает, и меня уже, я уже начинаю ходить, стихи рассказывать с притопыванием ногу. Вы в курсе, что Red Bull как энергетик не продавался до тех пор, пока его... не подвезли где-то в Великобритании к дискотеке, где его замешали с водкой. И просекли фишку. Да, и просекли фишку. То есть к энергетикам отношения как бы такое нет, да, такого? Нет, этого. И спокойно. Да, и мы... Господи, фурфас. Даже соки с тобой не употребляем, газированные напитки и вообще мы не... Воды вообще в день много выпиваете? 3-4 литра. Нет, я поменьше. Сколько? 3-4 у меня получается. Я поменьше, 2 у меня литра. А почему так 3-4 литра? Потому что ты, каким образом ты 3-4 литра выпиваешь? Просыпаюсь, выпиваю стакан большой, потом еще снова, потом, когда я прыгаю на тренировке. То есть я прыгаю, мне хочется постоянно много пить. Вот. Ну да, то есть это чисто потребность или все-таки какой-то функционал? А почему у нас из-за разность потребления, в количестве потребления и из-за разности в тренировке, нагрузки, соответственно. Да. То есть у вас нагрузки разные? Ну, акробатика, да, конечно. Разные. А у тебя что, это самое, Оль, нет акробатики разве? Нет, внутренний зал. А как ты относишься? Акробатика, почему? Была вместе поход в акробатический зал? Периодически бывает. Девочки, секундочку. А вот смотрите, как вы относитесь к тому, что все-таки бодибилдинг и фитнес, так сказать, и бикини, все это шоу, да? Вот можно ли как-то придумать что-то такое, да, финальный аккорд или что-то? Вот вы поели, потренировались, купальники там себе сшили, там это самое, туфли купили. Секундочку. Потом мы вышли на соревнования, как бы выступили, медали завоевали. А вот я вот, допустим, буквально на прошлой неделе нашел ролик, там Лариса Райс и, значит, как же ее, господи, Мисс Олимпия. На сцене они позировку. Позируют там туда-сюда, вот как бы зал визжит. Вот как вот к такой вещам вы относитесь? Прикольно? Нормально, наверное, потому, для Америки. С иронией. У нас немножко публика. Ну как, вот другая. Слава Каменский, Вячеслав Каменский, так сказать, один из наших, так сказать, член президиума Федерации бодибилдинга и фитнеса России, он же практикует тоже на там бикини, двойной бицепс покажите. Значит, когда Люда выступала, значит, в бодифитнесе, так сказать, позу этого двойной бицепс показывали один раз. Да. Да, было прямо ввели, так сказать, в виде пробы, так сказать, вот было это. То есть,
воодушевления, вы, так сказать, в части вообще большого не вызывает? Нет, если с точки зрения иронии, то да, забавно. Если прям непосредственно вывели категорию, вывели на сравнение и покажите, то, конечно, это уже абсурд. Это ни к чему. Понятно. Теперь последний, так сказать, вопрос, касающийся обоих. Mm-hmm. То есть есть тактические цели, есть стратегические. Mm-hmm. Значит, что у нас на весну и что у нас, так сказать, в целом на дальнейшую спортивную карьеру? Оля первая, посмотрю, смотрю, так сказать, потому что Люда, так сказать, по лицу думает, что писает Губу. Наверное, у меня старт будет с чемпионата с Кубка Москвы. Так. Для многих, может быть, это будет какое-то удивление, но есть на то основания свои в связи с такой историей в Киеве, которая там... Давай мы не будем в Киеве трогать, то есть ты будешь радовать московскую публику в ККЗ «Космос». Да, старт будет на 12 апреля, это я для всех постараюсь ролик сварганить, чтобы Олег... Завтра мы с Олегом Акшанцевым встречаемся, я его тоже порадую этим, можно сказать, что он вас всех любит очень. Чемпионат России будет в этом сезоне, чемпионат Европы, в Испании. Ну и на Олимпию. В Прагу. Да. А, так сказать, туда дальше плечо на осень никакого еще не думок, ничего не было? На осени, конечно, таких дальнейших и дальних планов пока еще нет. Все-таки Канада, чемпионат мира. Будем сентябрь месяц. Нет? Да, чемпионат мира, да. Планируется все-таки такой. Так, важный. Люда уже губы не кусает, готова к ответу. Не да. кусаю. Рук не видно, факт не показывает нормально. Нет, ничего не показывает. На самом деле у меня путь тот же. Единственное, что насчет первого турнира, у меня еще есть сомнения, но мы об этом уже решили не говорить. Возможно, я буду 12 апреля на Кубке Москвы. Дальше я обязательно буду на России, обязательно буду на Европе. И дальнейшее плечо на осень я еще пока не разгибала, не закидывала этот угол зрения. Вот, все по итогам весеннего сезона. Да. Так, Оля, а у тебя произвольная программа готова? Произвольная программа? Да я к Люде вообще на самом деле обращаюсь. Моя произвольная программа готова. Готова, да? Готова, да. Костюм готов? И костюм. Макияж, ногти. Новый образ, конечно же. На ногах, на руках. Да. Слушай, а зачем вот вопрос тоже такой уже в последний просто как бы... Зачем... На сцене-то не видно, есть ногти, так сказать, или нет? Ногти? Зачем делают, да? Не знаю, честно. Я не делаю, я у меня ногтя, свои, да? Как бы, во-первых, я ногти не делаю, у меня все свои, вот, не буду показывать. Вот. Ничего не будем, я уже показал. Да? Да. Ну, там нифига, нифига не видно, на самом деле, да. Вот. Но я не уделяю этому большое внимание. Макияж, да, то есть лицо, да, я лицом играю, я, как уже говорил, зрительный контакт. Вот. А ногти накрасила и пошла. Я спокойно к этому отношусь. Во время своего номера они иногда ломаются, когда в фляг. Да, то есть, когда я прыгаю, они мне еще и ломаются к тому же. Вот, соответственно, там ходить, наращивать смысла нет. Ты вообще? Я смотрю, понимаешь, Оля больше в теме, так сказать, выступления по флякам. В моем понятии, кстати, фляг. Я очень наблюдаю. В моем понятии, кстати, фляг это этот самый. Это фляки Валови, это такая штука продается, это в Польше. Суп такой у них есть. Фляки Валовые, да. Из желудков коров или свиней. Эти самые, так сказать, очень вкусный такой этот самый. Теперь у меня будет фляг ассоциироваться с супом, потому что что будет сказано на диете, ну, человеку, сидящему на диете, то потом, вот сейчас мне в конце сезона будет хотеться супа именно этого. Скорее всего, так. Ну и все, машем ручкой, говорим пожелание, так сказать, спонсорам, пожелание всем, кто будет смотреть этот самый, так сказать, наш сюжет. Ну и просто улыбнитесь, чтобы было всем хорошо. Благодарность спонсорам спортивной компании «Гион». Благодарность вам, Александр Тимошенко. Не-не-не, мне не надо благодарность. Мне сразу деньги. Я шучу, на самом деле. И пожелания всем успехов, процветания, роста, карьерного роста. Всем-всем прямо. Всем-всем-всем. Вот всем прямо всем. В частности, здесь присутствующим. Да. Здесь никого, кроме нас, троих нет, а там какие-то. Да, вот нас троих. Я думаю, что
И даже это же развитие будет толкать на дальнейшие какие-то подвиги. Да, подвиги. Олечка, солнышко, куда тебя еще дальше толкать? Ты выиграла Олимпию, блин. Нельзя останавливаться. Если же для меня это будет какой-то предел, вот то неинтересно дальше будет никуда двигаться. Вот все. И что дальше? Предел? Вот просто не, не должно нету быть предела, каких-то, да? Ну, не должно быть каких-то пределов. Беспредельщица. Значит, если... Оля работает по беспределу, все понятно. Всем удачи, всем всего хорошего, целуемся, обнимаемся, ну не прощаемся, а до новых встреч. Будьте здрасте. Будьте.